Всем привет! Сегодня буду готовить вкусный домашний сэндвич. Для приготовления понадобится обжарить хлеб до румяной корочки на сухой сковородке. Разбиваю яйца в тарелочку. Взбиваю венчиком. Смазываю сковородку маслом. Ставлю форму. Выливаю яйцо. Переворачиваю, обжариваю бекон, посыпаю черным перцем и солью. Беру помидор. Нарезаю кружочками. Все ингредиенты готовы, собираем сэндвич. Кладу хлебушек. Смазываю соусом, у меня сацебели. Сверху бекон. Листья салата. Затем яйцо. Помидорки. Плавленый сыр. Накрываю хлебушком. Вот такой вкусный сэндвич у меня получился. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока!